еще впереди. Я все время забываю, вспоминаю, забываю, вспоминаю. Это стеклоткань. Значит, впереди весна. Если дерево, когда был высокий снег, впервые был снег 60 сантиметров. Это было, сколько я тут, сейчас скажу. В том веке я был 16 лет, 17, в том веке. И в этом веке примерно еще 7. На 25-м году, на 24-м году у меня впервые выпал снег примерно по пояс. Так? Примерно по пояс. И мыши сожрали очень много яблонь. Уже хоть и пишут, до 5 лет, а дальше уже зубы не берут. А у меня грызли саженцы, деревья, примерно до 8 лет. Причем грызли чисто хорошо. И они у меня сгрызли питомник груш. Там, это было на острове, у меня там на месте все. Вот. Значит, получилась учеба, хотя и горькая. 200 диких груш съели, причем ели как, они были все метровые, а коренья оказалась до верхушек, то есть полностью от нуля до верхушек коры не было. 200 привитых и 200 непривитых. Удар капитальный был. Вот, потому что в этот момент мне сожгли сад. Вот. А я еще дергался, еще дергался, еще вторично прививал. А, долго вспоминать, не хочется вспоминать. И вот тогда я понял, что если питомник можно защитить, сейчас мы будем его защищать. Вот сейчас. Вот видите, раскладываем бутылки с отравленным зерном. Здесь слева черный пар, здесь мыши не живут. Они живут, где у них не тронутые норы, не перекопаны, ничего. Вот здесь вот. И по всему периметру раскладываются бутылки, и слава богу, вот у меня последний, у Сергея уже давно, лет 15, как особо не шалили. Благодаря уже зерну, раз. Но я еще на всякий случай скажу вот о чем. Достаточно крупные деревья, особенно ценные, я укутывал вот таким образом. Это стеклоткань. Специальную фотографию вы отличали. Стеклоткань. Вот, видите, кстати, обратите внимание, сколько здесь тем. Вот она. Снег. А вот видите, под ней снега нет. Ага. А это-то груша. Ой, нет, минуточку. Яблонь, яблонь. Все равно, в любом случае, здесь уже минимум выпривания. То есть, это яблоня, ну, это холм, просто, ну, очень хорошо, приглядитесь, вот смотрите, вот видите тень. Приглядитесь хорошо, это холм. Далее, обмотал, вот, и много лет учил, 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 и однажды мне прислали вот эту фотографию. А вот мы стеклотканью обмотали, и я вот смотрю с таким сомнением. Понимаете? Ну, вроде циклоткань, да? Вот здесь, давайте посмотреть, какая зернистость все это. Я уже забыл, у меня было, когда я в Норильске работал, у меня была чуть ли не личная на заводе швейная мастерская. Вот, ну-ка, сейчас. Да, одинаково. В общем, получается, что я был в эйфории. Хреновый учитель, если у моего ученика сожрали. А потом, когда они сожрали стеклоткань, и мне что интересно, да? Видимо, она им так опротивила, они так хотели вот эту самую, что жрали, 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 а потом почему-то не подавились, еще и съели кору. И после того, когда вот это, наверняка, мышиная нора. В общем, когда мне прислали, это я к тому, что весной уже можно обтаптывать. Это еще один способ, я уже пальцем загибаю, обмотать, отравить и вот обтоптать. Далее. Весной. Вот это я рассказал, теперь под сомнением. Хотя многие в то время меня печатали крупные газеты и журналы, я получал отклики. Вот это отклик, но он единственный. И теперь у меня в сомнениях, спасает или нет. И что же это там за звери такие, что умудрились не просто ее, только ощущение, что они ее скушали. Вот. Я еще забыл, в советское время несколько раз в этих самых
в источниках, в статьях обязательно упоминалось, что упоминались колготки БУ. Мол, прекрасно это. И опять, я уже, когда я же много печатался, я опять со знаком вопроса написал. Колготки БУ якобы помогают, якобы. Но лично не проверял. И приходит письмо, сожрали колготки. И опять получается. Возвращаемся к отравленному зерну. Понятно, да? Вот к этому. Ну что, ждем весну. Может быть, кого-то мои эти разговоры спасет.